Даже испортившаяся погода в этот день не смогла омрачить праздник школьников. Пасмурное утро 31 мая запестрило разноцветными воздушными шарами, живыми цветами, яркими нарядами и сияющими улыбками учеников. Это торжественная линейка. Это праздник последнего школьного звонка. Родители, учителя и гости провожают первостепенных виновников торжества во взрослую жизнь. У вас еще впереди очень много испытаний, очень много возможностей и шансов. Это не испытание. У вас у каждого открываются безбрежные просторы, где вы можете себя проявить, где вы можете себя так поставить, чтобы вами гордилась школа, чтобы вами гордились родители, чтобы вами гордился город. Однако жизненные испытания, кажется, не страшат учеников лицея имени Ивана Вазова, 66 из которых штурмом взяли победные призовые места на районах и республиканских конкурсах и олимпиадах за минувший учебный год. Количество призовых мест первых 9, третьих 6, четвертых 8, вторых 6, а третьих 18. Вот такие победы принесли сегодня наши лицеисты в этом учебном году на районной олимпиаде. У нас есть 2 призовых места на республиканской олимпиаде. У нас 2 призовых места в конкурсе научно-исследовательских работ. За высокие результаты в учебе, за активную спортивную и внешкольную деятельность были награждены грамотами, дипломами и денежными премиями как выпускники, так и учащиеся лицея. Еще один повод для радости и гордости учеников и приятное воспоминание, которое будет их стимулировать при возникновении сложных ситуаций на их жизненном пути. Я хочу вам пожелать доброго пути, а путь у вас будет, скажу вам честно, нелегкий, потому что человек, когда ищет себя и находит себя, он всегда проходит через определенные трудности, и счастье им может быть только улыбаться. Бурлящая энергия, неистовое желание познавать что-то новое уже за пределами лицейских стен – это мощный двигатель подростков, который оставляет позади себя любимых учителей, классы и предметы. Я уверен в себе, я знаю, что я многого смогу добиться в жизни. То есть для меня нет никакого страха, я уверен, то есть школа мне дала эту уверенность. Я чувствую сейчас радость, у меня эмоции превышают шкалу. Хэппи, это круто, я закончил школу. Я очень благодарна своим учителям, что они воспитали во мне личность человека, а также и родителям, что они меня воспитали. Очень горько покидать стены родной школы, но уже время обучения вышло, и приходится уже вступать во взрослую жизнь. Хоть и с лицеем они еще не прощаются, впереди их ждут экзамены. Последний звонок колокольчика в руках первоклассника трезвонит на весь двор. Учебный год закончился. Впереди волнительная подготовка к экзаменам и поступление в высшие учебные заведения.